12 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегиддонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо.